Да, и вот что еще пару слов забыл сказать сначала. Мне просто идею такую поддержали. Вот такие ремешки вот тут по 1000 с копейками на сайте. Уже подготовленные к правке, хоть с пастой, хоть без нее. Сзади не рабочая сторона, сразу говорю. Вот, тут еще клейма от завода остались, кожевенного. А одна сторона, вот, видите, да, легкий-легкий бархат. То есть я его сам подготавливаю до такого момента. Вот. Вот такие варианты, пока три штуки. Они все чуть-чуть разной длины, так что буду писать округленно. Сейчас вот два, три великанца сложу вместе, посмотрю. Вот видите, два вот такой длины, один вот такой удлиненный. Вот как-то так. Сегодня постараюсь выложить на сайте. Будут в наличии. Так что, кому интересно, кто не хочет там вообще тратиться на дорогой ремешок, кто не хочет, может пока, то есть попробовать, просто интересно. Мало ли там сколько каких вариантов может быть, может просто вот на фоне последних событий кто-то попался и приобрел картонный ремень. Вот, и, так что, пожалуйста, нет проблем. Вот, вывешу на сайт, посмотрю, если там вот будет реально, не на словах, будет пользоваться спросом, то, пожалуйста, нет проблем. Я, если вообще прям будет спрос, могу там и желтую эту кожу, не помню, чья, вот эта коровья, черная. Там, по-моему, тоже коровья, только желтая. Не помню точно уже, вот это точно коровья. Вот. Да вообще без проблем все будет вот с этими, с такими вот ремнями, с упрощенными, то есть у которых просто вот здесь вот отверстие, а сзади просто вот так вот держать вот таким хватом.